Так, а теперь. А теперь аккуратненько, спокойненько иди, выйди в коридор. Так, давай, штурман медиа. Штурман, да, давай штурман. А как теперь, чтобы вот это двигалось-то? Ну, надо и пользоваться стрелочками вперед-назад. Не-не-не, я поняла, у меня же мышка функциональна, надо, чтобы по комнате теперь. Опять на постер и опять Нет, Alt. нет, нет, нет. Мышкой просто держишь мышку, держишь левую кнопку, удерживаешь и мышку поворачивай или тащи вперед. Вот, повернула. А Теперь, теперь, а теперь пошли. А, ну все, поняли. еще повернули немножечко, так, аккуратненько попали в двери. Вот, хорошо. Так, повернули налево. Пошли до угла. Сейчас может выскочить. Табличка нет, не выскакивает. Ну ладно. И сейчас надо будет резкий поворот направо. В двери. Он Вот. уж все знает, он не сам открывает. Ну, молодец. Дед молодец. Вот. А теперь, значит, вот так можно повернуть направо, и мы увидим весь. Вот. Так, молодец. Ну вот. Теперь, значит, можно съехать сейчас для начала разговора, можно повернуть направо, чтобы увидеть большой экран. Там ничего нет, но пусть начало записи будет начинаться с большого экрана, и ты съезжаешь на свои три постера налево. Налево на дверь. И начинаешь разговаривать. Налево на, а Вот за где? дверью направо большой экран. А, за дверью направо, больше направо. Направо, направо. Вот он. Ты Вот, проехал. а вы стоите около экрана. Вы подойдите, подойдите. Назад, 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 назад. Вот он. Хорошо, хорошо, да, спокойно. Вот так, например, да. Вот так, молодец. Вот, так, чтобы было видно большой экран. А теперь можно как бы вот значит, поворачивая камеру, двигаться к стенке, где у вас постеры, и сделать крупно нужный тебе начальный постер. И разговаривать спокойно. А может быть отсюда уже как бы начинать? Можно, можно, да, можно и отсюда начинать. Что добрый день, уважаемые друзья, и я пошла сегодня, приглашаю вас разместиться в уютной этой. Слышно меня или пропадает? Андрей Андреевич, слышно? Начинай, начинай. Я отключу свое видео тоже, чтобы было получше видно. То есть вот давайте вот сейчас у меня 8 минут, как будет 10, так я начну. Хорошо. И в общем вы там Немножко включите как. запись, а я вот как бы веду разговор, Гоша рулит, и так до конца, вот, ну, в пределах получаса. Да. По-умному надо было бы, конечно, чтобы ты походила бы, понимаешь, несколько раз по этой комнате, подумала, вот, значит, какие слова надо произносить, из какого положения, где у тебя что. Ну нет, я же думала, это где у меня что я представляю. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в уютной давайте заново гостиной. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в уютной атмосфере кофейни. Сегодня мы